Просто одного наблюдателя, чтобы он полил что да как. Как распределение, ну, как пойдет враг. Хотя бы примерно. Хорошо, этим наблюдением будешь ты. Понял, удивляюсь. Окей. Могу я пойти. Так, удалите мою метку, пожалуйста, я не могу, я опять все удалю нафиг. А смысл тебе, Рексар, туда идти, если ты на правом фланге? В смысле, мне сказали, я могу сходить. Хорошо, не, ну или... правильно, а если они по синему маршруту не поедут? Какой? Пусть лучше там сидят. Там сразу будет видно. Скорее всего, они по синему не поедут. Сейчас типа с вражеского канала пришел. Нет. Короче, выбор. Мне либо вы Марат этот идти, либо на точку наблюдателя. Иди на точку наблюдателя, если поедет кто-то, ставь метки. Почему ты так считаешь, что там они спокойно могут пожалуй? Да блин, там бэхи негде развернуться, она. Блин, там мало высот таких больших. На горку. А с этой стороны как раз таки синие, зеленые, там как раз таки такие габаритные. И машинку, кстати, наблюдатель возьми, этот с ПКМ, который прут, а не грузовик. Именно стой какой? ПКМ-то Хилукс. С ПКМ-то. У нас два Хилукса с КП, там ПКМ-то и два две Праги. Фристайм, я спокойно добегу пешком. Я Рексару не доверяю эту машинку, потому что лома руку надо же. Да. А может, может вообще хитро сделать, если у нас на старте машинки куда-нибудь севернее Бастама даже, пусть он приедет в камнях, там посидит, посмотрит, как поедут. Да, он там пешком добежит. Ну, тем более. Я говорю, пешком двигаюсь спокойно. Да хоть в Лализар залезть там на самый на завод. Да. Вот ну, это надо на наглость, и обратно он не успеет вернуться. Можно сразу триггер обстрелять. Не, будет неплохо, если, допустим, машинку в камешке где-нибудь заныкать, короче. На машину с учетом ее уничтожить надо или что? Да. Чтобы сгорело. Стоп, да, взрывать ее. Стоп, мы готовы, какой у нас план? Вот куда один на один Б идет? Она. Ванар. А, Ванар, ага. Я Чарли будет на КВ Браво тогда. Так, еще раз вопрос. Я Рексар наблюдатель, на кое мне КВ сидеть? Или мне ДВ отдадут? У тебя карта есть? Есть карта, но их тут метки две. Метки ставь, все. Такой вопрос, как вы выглядите. Да, зашибись. Логично. Типа, это противник, спрашивает противника, где вы сидите, типа. Как вы выглядите? Цыганы угнали, надо написать. Мы не такистанская, эти... Бабахи обычно. Там какие-то были. ЧСО или кто там эти из Черноруссии-то? ЧДКЗ? ЧДКЗ, что ли? Белый партизаны. Продал за партизаны был. Белый штанах или НАПА? Вот не помню, по-моему, НАПА. Стартуйте. Серьезно, мы. Да, мы не полибаны. Не готовы. Выходите, машина дальше отвинь. Если что, я метку поставлю на нее, там кто живой останется, может взять. А у нас сетчево же есть? А в тачке есть что-нибудь? У меня сетчево и две ТМ-ки. Ага. Фига ты. Посмотри. Блин, наверное, если колеса нам заправки заткнуть туда, наверное, не достанет. Я думаю, БМП по дороге не поедет. А. Я про Урал. Нам БМП это какая разница? Урал погонит нас. Можно его взорвать. А колеса, интересно, есть какое-нибудь колесо? О, о, план, план, капкан. Шо? Краб, ты тут? Да. Смотри, в этом Хилксе есть колесо, мы можем его куда-нибудь на обычную воткнуть под видом, сверху положить на сетчу. Типа ничего нет. Можно и канистру, да? Ну канистра это совсем палево, а колесо просто лежит. Ну, что, колесо лежит. Сейчас после нас будут сидеть живым. Ну давай я поставлю, буду сидеть живо. Давай. Сейчас я поставлю ТМ. Да, я притащу куда-нибудь. Куда там? Ты ставь, а я принесу.
Мне кажется, вы его потеряете потом, если они не поедут. Нет, на Прагу, да, уже куда. Выходи. Ну, будем считать, что не видно. По-любому не здесь поедут. Ну ладно. Чё там? Сонара ничего не слышно. На ДВ никто не вышел. Савчики. Лучший вариант. То есть они западнее от нашего маршрута, скорее всего, место пойдут, могут выявить технику, посмотреть, что здесь, а потом прогнать грузовик. Двигаются с обоих сторон холма. Слева, справа. Только пехота, да? Да, один с одной стороны, другой с другой стороны проход. По оранжевому поехали уже, значит. Не думал. Ну раз просто РКСП говорит, что никого не видел. Метки на врага там уже дали. Они, походу, пешим прочетку делают. Ты, может, отойдешь? Как понял, Рыбин? Вернее, если наблюдаю, я тут на холме не очень удобно. Сдвиг. Сдвиг. Сдвиг, что ты суетишься? Я говорю, сдвиг, сдвиг сказали, значит, ты кто-то из Украины, да? Метки Украина, двигает, репит еще, двигает. Он еще живой. Нет. Ну и славно.
Ох, нас положат сейчас здесь. Что, будем просто сидеть их встречать, ждать? Ну, конечно. А что еще остается? Не, можем, короче... Не, ну как мы их пропустим, не знаю. Все равно будут идти чекать. Наверное, я пойду к Попову займусь. Мне кажется, ты должен идти к Лару, вот в лес, который в низине. Ну, я это... Я и так рядом с ним. Маша ждет возвращения Левурек. Нет. Что-то там общаться в чате. Свет. Сейчас выйдут где-то, наверное, от нас. Попол, это ты говорил? Да, это он был. Если он еще живой. Вроде живой. Фу, охренеть, куда мы вылезем. Сейчас она вылезет на горку, надо будет. Вазик ко мне едет, или к вам сейчас, к Салину, и Бэха с Вазиком. Вазик еще приезжает. Я попускаю Вазик. Да-да, попускай. Вазик проехал. На юго-восток уехал. Вазик выезжает в Амарат. Сейчас взорвется, мне кажется, на моих минах. Слышу, Бэх. Высадился в Амарате, можно стрелять. Да, открывайте огонь. Стойте, пусть Бэха выйдет, погодите. Чё там? Убил двоих, еще один же. Пехота тут.
противника, я у тебя выстрелы еще остались? Убил, надо добивать. Снайпера добил. Добьешь? Кого добьешь-то? Снайпера. Я уже добил его. А, ну. Смотри, у него трубы нету. Я не могу выйти, меня быстро пасет. Они успели передать, я послушал. Разрыв, как быстрее всего уничтожить, движок или баг? Движок, лучше колесо вообще отстрелить. Да, там добьем уже. Бэттер бахнул? Нет, бэттер живой. А что взорвалось? Там БМП и грузовик. Бэттер стоит на горе. А грузовик взорвался, да? Да. Это у нас все красное, наверное, грузовик все-таки. Есть кто-нибудь, кто СВД желает? Здесь СВД две штуки. На моей метке есть СВД. Метку на бэттер поставил. Снайперу успел передать, что здесь мины стоят на дороге. Можно их, в принципе, сворать. Парни, смотрите, где бэтер, парни. Куда смотрит башня, можете сказать? На меня, на запад, на мое место. Дима, на мою точку.
ебать, блядь! Нихуя не на тебя, блядь! Это на меня, блядь! Да ёпти, смотрел до этого на меня. Нихуя он не смотрел, он не двигался, блядь, я говорю. Он подестрел, как думал. Итак, я ушел со своей позиции, пошел со снарядами. Ну, я его, короче, по КП шел. КПшки закончились. Бэт там живой? Бэт ты там? Нет, Пёрпл. А, Пёрпл? Нет, нахуй. У меня есть вариант снять сетчу и побежать к нему. Бэт его зовут. Да он в чистом поле стоит. Нет, он просто к тебе. Вест тут. Я убежал оттуда. Ко мне, он ко мне, Я знаю, Я уже ушел оттуда. Готовится сюда, прям. Меня выцелили, блять, опять, сука. Я могу кинуть дым, чтобы у вас. Там что-то написали, руби. Пошлите ближе к позиции Purple, прочекаем, что там за тачка стояла. Может быть, это реально грузовик. Да, пошлите. Зажмем его. Гроб. Все. Понятно, короче. Едь. Сейчас проверим, за грузовик то все, да. Попробуем в метро залезть, может он живой. Hey, wake up. Стреляем в грузовик. Hey, wake up. Wake up. Какие настойчивые. Бэттер только без топлива, а так устал. Ну я рубану уже немножко. Как-то бездарно они просрали все. Да.